Здесь, конечно, тоже очень большое значение будет иметь самое начало программы. Здесь тоже запланирован каскад из двух тройных тулупов. Что ж, молодец, аплодирует свои подопечные тренер Евгений Рукавицын. Ну, прежде чем обсудим выступление Ксении, тут одна интересная информация появилась. Дело в том, что у Кира Корпи, я вот сейчас это уже хорошо вижу, ей не засчитали Ридбергер как тройной, он был с недокрутом, и у нее это прошел как двойной прыжок. Но это такое важное обстоятельство. Ну, мы видели, что была у Ксении ошибка на выезде в каскаде на втором тройном тулупе. Но засчитан ей этот каскад. И, естественно, тройной Ридбергер в ее исполнении был действительно тройным. Вот здесь, но удержалась она. Ну и хорошо она справилась с двойным акселем. То есть, в принципе, в прыжковой части программы все было замечательно. Тут еще многое будет зависеть от оценки за компоненты. Я думаю, что, конечно, авторитет у Иры Корпи повыше. А там, значит, и оценки за компоненты будут выше. Я напомню, что за компоненты у Киры Корпи... более 30 баллов. Мама, папа, бабушка, дедушка. Ольга Ирина, Кирилл Антонович. Андрей Борисович, Вася.
Виктор Кудрявцев и Евгений Рукавицын. В их окружении этих наших замечательных тренеров. Сейчас Ксения Макарова довольна. Но вот сейчас вопрос, обойдет ли она Елене Гадиванишвили. Потому что Кира Корпи, но я думаю, что у нее оценки за компоненты все-таки сохранят ей лидирующую позицию. Да, 57-55, это что? Это третий результат. Но это лучший результат за короткую программу у нее. Нет, она вторая. Она обошла все-таки грузинскую фигуристку.